Украина разработала программу интеграции истребителей F-16 в общую систему ВСУ. План западным партнерам был представлен на конференции в Копенгагене, рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. По его словам, программа будет иметь два этапа развертывания – быстрый трек, рассчитанный до конца 2024 года, и масштабирование. Основными направлениями работы структуры станут развитие инфраструктуры аэродромов и авиационных баз, защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО, отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала, также, в частности, логистическое сопровождение и международная коммуникация. Ранее представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что содержание истребителей F-16 требует миллиарды долларов. Поэтому на то, чтобы построить воздушные силы с достаточным количеством современных самолетов, Украине понадобится время. В частности, на 10 самолетов F-16 необходимо 2 миллиарда долларов. Тем временем украинские пилоты продолжают учиться на самолетах в нескольких странах-партнерах. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16. Как сообщал Юрий Игнат, первые истребители передадут Украине уже весной 2024-го. Спикер воздушных сил ВСУ убежден, что самолеты очень серьезно изменят ход войны. F-16 помогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха украинские наземные войска.